Доброе утро. Всех рад приветствовать. Александр Дубинский, народный депутат фракции партии «Слуги народа». Александр Андрей Деркач, внефракционный депутат народный. И мы сегодня с вами встретились для того, чтобы провести пресс-конференцию, обнародовать данные, которые, во-первых, скрывает Генеральная прокуратура, потому что среди этих данных подписанное подозрение Николаю Злачевскому, который является совладельцем компании «Бурисма», и подозрение это в том числе упоминает Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США Джо Байдена. И в этом подозрении идет речь о том, что господин Байден получал в Украине деньги, отмытые господином Злачевским, и отмытые деньги семьи Януковича, во-первых. Во-вторых, мы сегодня обнародуем информацию о финансовой пирамиде на рынке гособлигаций, которая создается не сейчас, а создавалась уже годами на украинском рынке, создавалась годами, на которые зарабатывали все, начиная от Януковича, продолжая к Порошенко. И работает эта система сейчас. Работает она сейчас под руководством существующего управления Национального банка и обеспечивает фактически колоссальный финансовый поток в интересах людей, которые украли сначала миллиарды долларов из украинского бюджета, потом их вывели в офшорные компании, а потом за эти деньги купили гособлигации, фактически украинские гособлигации. Эти деньги, по сути, инвестированы через ряд каналов, среди которых американский инвестиционный фонд Franklin Templeton. Это деньги Януковича, 1,5 миллиарда, которых вы знаете, которые якобы конфискованы Краматорским судом в пользу Украины, но на самом деле по ним продолжаются выплаты. И это колоссальные... Я хотел бы уточнить. Есть один важный момент, поскольку тема ОВГЗ и махинации с ОВГЗ с целью легализации денег, полученных преступным путем, она действительно работает и при Януковиче, работала при Порошенко, и были одни и те же лица. И самый главный момент, это, собственно говоря, тот процент, по которому в валюте и в гривне получается прибыль от этих действий. Это 8% в валюте и 15-17% в гривне. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что на промежутке времени 6 лет с момента бегства Януковича и до этого, и после этого событий на Майдане, ничего не исчезло. Участники остались одни и те же процессы, в том числе это и Гонтарев, ССЮ и другие организации. Объемы колоссальные. По сути, в бюджете 2020 года на выплату государственного долга заложено больше 400 миллионов гривен. 443, если быть конкретным. И это в том числе деньги на выплаты Януковичу, Franklin Templeton. Это деньги на выплату по облигациям Януковича, так называемым, 1,5 миллиарда долларов. И другие облигации, которые приобретены нерезидентами. Вы знаете, сейчас сформирована фактически пирамида. 4 миллиарда долларов введено в Украину, и за них приобретены гособлигации с начала только этого года. Доходность 14-16% годовых гривне, около 6-8, есть и 10% выпуски годовых в валюте. Ну вот, хотел бы обратить внимание, почему, собственно говоря, так важно это подозрение новое, которое выписано Злачевским и которое прошло мимо внимания прессы. 14 ноября было выписано это подозрение, и вы видите его на слайде. Важный документ почему? В этом документе одна важная деталь. Согласно подозрению Злачевскому от Генеральной прокуратуры, Байден и партнеры получили свои 16,5 миллионов долларов за услуги в рамках работы «Бурисмы». За какое? Ну, какое происхождение средств, собственно говоря, за что это было сделано? Это было сделано, и вознаграждался сын вице-президента Джо Байдена за свои услуги, цитирую, полученными преступным путем отмытыми деньгами. Байден получил деньги, источником которых является неуспешная деятельность, не консультации. Это деньги украинских граждан, украденные. Они были получены преступным путем. Так считают в Генеральной прокуратуре. Но это только мостик между Бурисмой и Байденом, это только мостик в процессе. Это мостик, и мостик, который еще и демонстрирует нам, как выводились деньги, потому что Злачевский отмывал их сразу для нескольких компаний Януковича через 3 свои фирмы в Прибалтике. И это была глобальная операция сначала по краже денег из украинского бюджета, потом выведению этих средств в офшоры, а потом инвестированию этих средств обратно в украинские гособлигации, в госдолг. Причем и в случае Януковича, и в случае Порошенко инвестицию этих украденных денег осуществляла госпожа Гонтарева и подконтрольная ей компания. Вот Краматорский суд, Александр, больше занимался этой тематикой, поэтому вот если брать решение, это то, что касается Розамонта и Бурисмы, 16 миллионов.
Вот в этом решении суда упомянуто, что компания «Инвестиционный капитал Украины» выступала брокером при привлечении облигаций внутреннего государственного займа различными компаниями подконтрольными ОПГ Януковича. Вот тут у нас в одном из слайдов есть приговор, который опубликован телеканалом «Аль-Джазира» Краматорского суда, в котором, в принципе, указаны и офшорные компании, и, собственно, кода ценных бумаг, которые приобретались через компанию ICU, и госбанки, в которых потом депонировались все эти ценные бумаги, на которые потом выплачивались проценты по, собственно, за украденные деньги. Но вы должны понимать еще важный момент, что накопленный долг настолько велик, фактически 40% украинского бюджета сейчас уходит на обслуживание вот этих внешних долгов. Фактически создана система выкачивания финансовых ресурсов из страны под колоссально высокие проценты. Причем выкачивание, проценты мы платим на украденные у нас же с вами деньги. Это принципиально важный вопрос. И при таком объеме выплат, то есть 440 миллиардов гривен по итогам года 2020, то, что заложено в бюджете, это фактически такой, знаете, последний шаг к дефолту. Последний шаг к дефолту, после которого страна превращается в государство-банкрот. Это произойдет либо в конце 2020, либо в начале 2021 года. Так что там, сильно не... Я предлагаю все-таки к Темплтону вернуться. Да. Ну, сейчас мы вернемся, тематика, потому что этот момент надо просто обсудить. Я просто хочу объяснить людям, что вот это банкротство, оно же параллельно происходит у нас с открытием рынка земли. И облигации являются таким финансовым инструментом, по которому государство должно всем своим имуществом при погашении этого долга. А если будет открыт рынок земли, у нас никакого другого имущества, как государство, практически не остается. Так, чтобы было понятно. Еще один важный момент, который мы сегодня хотим осветить, это участие американского инвестиционного фонда Franklin Templeton Investment в легализации почти $7.5 миллиардов. Это деньги Януковича. В 2013 году его представители посетили Соединенные Штаты Америки с 4-дневным визитом. И, собственно, там встречались с представителями Franklin Templeton и инвестировали свои же деньги, которые сначала вывели из Украины, а потом при помощи Franklin Templeton, фактически это компания «Ширма», инвестиционный фонд с многомиллиардными активами, выступал компанией «Ширма» для того, чтобы завести обратно деньги Януковича. Он выступил управляющей компанией. Для Януковича принципиально важно было сотрудничать с Franklin Templeton, и это, собственно, точно так же указано в приговоре, который мы сегодня публикуем. Прям цитирую. «Легализация и отмывание дохода, одержанного злочинным шляхом, произведение компаниями Largos World Limited, JP Finance Limited, через инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments, операції купівлі облігацій зовнішньої державної позики вартістю $7.4 мільярда. Це в підозрі, яку ми зараз публікуємо. Все прямо і написано. Тобто фонд Franklin Templeton використовувався Януковичем для легалізації преступних доходів. Чому Темплтон? Тому що син основателя Темплтона, Темплтон, напомню, це один з крупнейших інвестиційних фондів в світі. 780 мільярдів доларів. Доларів активів. Почти трильйон доларів. От син основателя Темплтона, Джон Темплтон-младший, это один из крупнейших доноров избирательной кампании Барака Обамы, и поэтому для Януковича было крайне важно иметь такого партнера при процессе легализации через американский инвестиционный фонд украденных фактически у Украины денег. Почему это важно? Потому что таким образом они получали покровителя в лице Соединенных Штатов Америки, а второе – возможность спокойно легализовать украденные у украинцев деньги в зарубежных юрисдикциях. Да? Причем мы в данной ситуации говорим исключительно о частных компаниях и частных интересах Януковича, так называемых лоббистах, которые обеспечивали это прикрытие. Да? То есть не государство помогало Януковичу обворовывать украинский бюджет, помогает до сих пор, а частные лоббисты, о которых мы, собственно, сейчас и говорим. Один из них, кстати, это господин Томас Донилан. Он... Управляющий BlackRock. Управляющий компанией BlackRock, но самое интересное, что это тот человек, который, собственно, инвестировал деньги Януковича, 7,4 миллиарда, обратно в Украину. И он же потом вел переговоры как от комитета кредиторов с Натальей Ярейско, когда она выпускала так называемые варранты. Варранты – это реструктуризация, если помните, государственного долга Украины в 2014 году, которые нам представляли как уникальное спасение украинской экономики от долговой ямы и дефолта. И в результате этой реструктуризации, в котором принимал участие господин Донилон, мы теперь, если при росте экономики свыше 4%, будем обязаны выплатить в течение определенного срока более $9 миллиардов по долгам реструктуризированным на уровне 2,4 миллиарда. То есть 2,4 реструктуризировали, будем должны 9. Точно та же операция. Деньги Януковича, Франклинтон, Темплтон Инвестмент, господин Донилан как менеджмент, представитель менеджмента этого фонда,
внесенные в экономику Украины деньги, за которые мы заплатим 2,4, из которых мы заплатим за них 9. Это вот еще одна история, о которой мы сегодня хотим говорить. Еще важный момент – это встреча представителя Януковича с Майклом Хессенстабом. Это управляющий Franklin Templeton Investment, который точно так же фигурирует в подозрении Генеральной прокуратуры. Ну, важный момент в чем еще? В том, что американские правоохранители, на самом деле, в 2014 году они заинтересовались вопросом вывода средств из Украины и легализации и отмывания через офшорные компании, в том числе и фонды, находящиеся на территории Соединенных Штатов. И в апреле 2014 года приезжали представители ФБР и представители Министерства юстиции. Они собрали часть информации и... После получения информации, дальше информация, с информацией никто не работал. Почему-то все попытки полученной информации как-то привести в соответствие с юридическими процедурами по возвращении этой группы лиц на капиталистские холмы, оно оканчивалось безуспешно. Позднее этими вопросами пытались заниматься и Шокин, и Луценко, и когда бывший посол Мария Иванович заявляет в Конгрессе США, что она не знала, зачем Луценко собирается ехать в Вашингтон, она предоставляла заведомо ложную информацию, будучи под присягой. Подтверждение того, что она не могла не знать о фактах международной коррупции, мы предоставляем документ. Собственно говоря, и равно как хотел Шокин ехать в Соединенные Штаты для того, чтобы проводить расследование, его не пускали. Это перевод... письма Генеральной прокуратуры на посольство Соединенных Штатов, в котором говорится о подозрении и краже отмытии 20 миллиардов средств. Цитирую. «Шановный атташе с правовых питань, Генеральной прокуратурой Украины проводится расследование криминальной справы щодо факту створення в лютому 2010 року четвертим президентом України Януковичем організованої злочинної групи з метою здійснення злочинних дій в 2010 році до теперішнього часу на території України та інших країн. У ході нашого розслідування було доведено, що вищезазначене злочинне угрупування, яке діяло на території України з 2010 по 2014 рік, вивело фінансові ресурси на суму більше ніж 20 мільярдів доларів США, включаючи бюджетні кошти України. Основним джерелом виведення коштів був український бюджет, і ми зараз знаходимося у процедурі збору всіх необхідних даних щодо задіяних сторін, банків, юридичних осіб та теперішнього місцезнаходження зазначених інвестицій, зокрема тих, що були реалізовані за допомогою Franklin Templeton Investments. Тобто Івана із соврала під присягою, в реальності вона хорошо володіла ситуацією. Ну і ще одну, от ти говорив, Олександр, по спецконфіскації, 1,5 мільярда доларів, по рішенню Краматорського суду. Этой спецконфискации официально мешало НАБУ или руководство НАБУ, которое зарегистрировало ряд уголовных производств против работников Генеральной прокуратуры и Ощадбанка, которые списали ворованные средства в бюджет Украины. О роли НАБУ и сливе его руководством секретной информации посольству США, а также полной подконтрольности НАБУ отдельным представителям дипмиссии США я сообщал на пресс-конференции 9 октября. Генпрокурор Рябошапка подтвердил эту информацию своим ответом от имени Генеральной прокуратуры, а руководитель САП Холодницкий даже зарегистрировал криминальное производство на эту тему. На наш взгляд, посол Мария Иванович должна объяснить тот факт, почему она фактически своими действиями крышевала международную коррупцию, почему Шокина и Луценко длительное время не пускали в США на самом деле. Ну и про банкротство, да, важный момент. Банкротство важный момент, это то, с чего я начал. Фактически с 2015 года подписано заключение с специальным комитетом кредиторов о реструктуризации внешнего долга. То есть мы уменьшили суверенный долг на 20%, на 3,6 миллиардов, и при этом применили вот те так называемые варанты ЕРСКО, по которым мы должны выплатить колоссальные суммы денег в случае роста экономики. Что означает этот называемый варант, какие его условия? При росте ВВП от 3 до 4% в год кредиторы получают 15% на сумму превышения 3% ВВП. То есть, грубо говоря, вот на 3% экономика выросла, мы ничего не платим дополнительно внешним кредиторам. Если она выросла еще на процент, то 0,15% 0,15% мы должны дополнительно отдать кредиторам. Это дополнительные их проценты, дополнительные их заработок, которые, по сути, если суммировать эти расходы за годы реструктуризации,
Ну, мы получим фактически 9 миллиардов долларов, которые дополнительно выплатим держателям облигаций украинского долга. И сейчас возвращаю вас к вопросу, так кто же эти держатели облигаций? Кому мы платим долги? Фонд, якобы фонд Franklin Templeton Investment, за которым на самом деле стоит семья Януковича на 7,4 миллиарда гривен. И еще 1,5 миллиарда гривен реструктуризированных, это деньги Януковича, которые у нас якобы конфискованы. Это одна часть. Это по которой реструктуризировала долги ЕРСКО. И вот у меня есть информация, которую мы сейчас подтверждаем, о том, что значительную долю вот этих варантов, выпущенных на замену гособлигациям Украины, реструктуризации так называемой, в покупке этих бумаг принимал участие уже Порошенко после революции достоинства, перед этой самой реструктуризацией. То есть он вошел в долю по этим варантам и снова в долю в эту вошел через компанию ICU Валерий Гонтарева. То есть у нас получается Янукович, Порошенко, Гонтарева, нездоровая часть демократической общественности или использующих демократическую партию Соединенных Штатов. И получается, что украинцы на государственном уровне украли миллиарды. Украденные деньги отмыли, потом легализовали через американские инвестфонды. С помощью послов, дипломатов и чиновников высшего ранга Украины и США эти схемы прикрывались. Украденные и отмытые деньги вернулись в Украину как долг. Власть согласилась с налогом на развитие, чтобы было еще сложнее отдавать долги. И этот долг растет каждый год, угрожая стране банкротством. Вот как бы слайд вы видели, предыдущий слайд, это показывал рост долга Украины. Фактически уже половина расходов госбюджета – это обслуживание внешнего долга. Еще раз повторяю, мы сейчас находимся в ситуации, когда спекулятивно в Украину вводятся, продолжают вводиться миллиарды долларов. И вы должны понимать, что вообще-то, в принципе, вот как я это вижу, действующая власть к этому уже отношения не имеет, вот новая, которая избрана, но имеет отношение прекрасно старое. Потому что что происходит? Что вам нужно для того, чтобы обеспечить колоссальные выплаты вот эти по государственному долгу, фактически по спекулятивным финансовым инструментам? Вам нужно контролировать центр, который контролирует курс, Национальный банк Украины, и нужно контролировать центр, который обеспечивает выплаты из бюджета, то есть Министерство финансов Украины. И вот вы, контролируя Нацбанк и Минфин, фактически обеспечиваете вот эти вот самые сумасшедшие выплаты по долгам Януковичу, Порошенко, Гонтареву и связанных с ними финансовых спекулянтов. И когда вам говорят о том, что это иностранные инвесторы, друзья мои, мы хотим это еще раз подчеркнуть, никаких иностранных инвесторов здесь нет, которые вводят сюда миллиарды долларов, потому что ни один сумасшедший инвестор сюда деньги не введет. Просто вот для сравнения, смотрите, у фонда Franklin Templeton Investments 740 миллиардов долларов в управлении. Они в экономику Украины вложили 1%, то есть 7,4 миллиарда. В принципе, для них это ничто, и рисковать своими деньгами, не понимая ситуации, контролируя выплаты, никто не будет, особенно вот такими суммами. Это деньги наших с вами чиновников, украденные у нас же. И внесенные обратно в Украину уже в долг. То есть украли у нас, а потом нам же одолжили под процент. Вот в чем суть всей этой финансовой пирамиды. Контролировать которую можно только, удерживая Нацбанк и Минфин. И потому, когда нам рассказывают с вами о том, что Министерство финансов, Международный валютный фонд требует, чтобы Национальный банк оставался неизменным руководством, требует, чтобы неизменным руководством оставалось Министерство финансов. Это все реформаторы, вы их не смейте трогать, пожалуйста. При этом обеспечивается безопасность этих людей Национально-независимым антикоррупционным бюро, так называемым, Генеральной прокуратурой современной, действующей. Ну, кто-то верит в том, что деятельность СБУ, руководителя Международного валютного фонда, не знает о таких махинациях? Или кто-то верит, что Нацбанк не видит эти махинации? Мы просто сегодня на пресс-конференции хотим показать, Владимир Александрович Зеленский, смотрите, куда ведут страну. Ее ведут и банкротят. Есть представители соросят, которые расселись и создают законопроекты, по которым на сегодняшний день можно приватизацию провести. После этого страна заходит через дефолт банкротства, а задешево скупается обанкроченная страна. Это не теория заговора, это правда. Посмотрите на цифры, которые есть. Ну, заинтересованных лиц много на самом деле. Ведь смотрите, там еще одна история. Лица с американской стороны, в частности Сорос, и другие активно используют разные возможности, в том числе возможности технической помощи, финансирования и подпитывают чиновников в органах власти. Прошу обратить внимание на следующий слайд. Это в 2017 году Счетная палата опубликовала отчет, согласно которому в 2015 году в Украине действовало 140 проектов международной технической помощи на сумму 5,2 миллиарда долларов. В 2017 году таких проектов было 390 на 5,3 миллиарда долларов.
Самое главное, согласно отчету, результативность реализации этих проектов, эффективность использования полученных средств уполномоченными госорганами не оценивалась. Миллиарды денег американских налогоплательщиков тратятся нерационально, непрозрачно и неэффективно. Как вот и сотни тысяч долларов, которые выделяются на так называемую реформу прокуратуры. Все журналисты знают о скандальном проведении тестирования. У нас есть как бы маленькая иллюстрация, как тратится техническая помощь. Вот придумали в ГПУ план освоения технической помощи. Это документ, подписанный между Генеральной прокуратурой Украины и одной из организаций, ГОшкой, которая зарегистрирована с точки зрения прозрачности, видимо, в Ватикане, с уполномоченным лицом, которое является бывший посол Грузии в Германии, некто Давид. И, собственно говоря, куда тратятся эти средства? Посмотрите внимательно, куда идут деньги. Это сотни тысяч долларов, фуршеты, банкеты, гостиницы, эксперты. И кто готовит этот документ? Та Полина Чиж, про которую я говорил на предыдущих пресс-конференциях, которая сливала в посольство США отдельно политическим озабоченным чиновникам посольства США информацию, касающуюся уголовных дел, касающуюся подозр, нарушая законы и Конституцию Украины. Вот что делать? Примерно такая вот, что делать? Надо следственную комиссию голосовать, друзья. На самом деле мы встретились для того, чтобы с вами проговорить мотивы, почему не создается следственная комиссия, и обратить внимание и представителей фракции партии «Слуга народа», и нефракционных депутатов, и любых представителей народа в парламенте, народных депутатов, на то, почему не голосуется следственная комиссия Верховной Рады по расследованию деятельности Национального банка, Министерства финансов и хищений, многомиллиардных хищений средств из украинского бюджета. Потому что очень простая история. Вот эти все грантоеды, которые бегают и рассказывают вам о реформаторах в Генпрокуратуре, в Независимом антикоррупционном бюро, в Нацбанке и в Минфине, они все же финансируются вот из этих украденных денег. То есть сначала деньги выводятся из Украины путем механизма гособлигаций. Да, это называется гибридная неоколониальная политика, по сути. Да, то есть вывели деньги из бюджета, вытянули. Потом через них профинансировали международную финансовую помощь, маленькую часть отправив на это. Причем, как вы понимаете, деньги в Украине не остаются, они заходят на оплату иностранных консультантов и опять выходят. Да, то есть отмываются еще раз после того, как оказываются на счетах инвестиционных фондов. И потом система сама выстроенная защищает вот эту вот коррупционную, фактически такую коросту, которая покрыла это все. И нам преподносят это как большая борьба с коррупцией, друзья мои. Мы сейчас с вами наблюдаем колоссальную аферу, выстроенную на системе гособлигаций, на системе управления курсом гривны к доллару и на системе выплат по гособлигациям. Обратите внимание, дефицит текущего счета платежного баланса Украины увеличивается из месяца в месяц, из квартала в квартал, превышает уже больше 7,4 миллиардов долларов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. То есть продает страна на экспорт товаров меньше, валюты получает на 7,4 миллиарда долларов меньше. А курс гривны при этом должен ослабляться, но он не ослабляется, а укрепляется. Почему это происходит? Потому что нам активно заводят сюда вот эти украденные же у нас деньги отмытые и покупают облигации, продают доллары. Их получается переизбыток на рынке. Вы видите курс сейчас 24,3-24,5 на уличных обменках. В чем смысл? Потому что когда вы заходили в начале года и продавали здесь доллары по 27,5, а сейчас, и вы контролируете, напомню, Национальный банк, контролируете вот этот вот курс, куда он должен идти. Каждый день знаете, что будет завтра. Вы по 27,5 продали доллар, сейчас вы можете получить его по 24,5. И только 3 гривны получить на одном долларе курсовой прибыли. Плюс 16% годовых на гособлигациях. Система гарантирует сейчас доход от 36% годовых до 60% годовых, потому что курс все-таки чуть колеблется, в удачные моменты. Такую прибыль не дает даже наркомафия, мне кажется. Да? Потому что ты ничего не делаешь. Просто завел деньги, контролируешь, вывел деньги. Завел, вывел. Александр, тема и так сложная. У нас достаточно много слайдов и информации. Мы долго думали, как вообще ее правильно скомпоновать, чтобы было понятно, о чем идет речь. И на наш взгляд, вот очень важно объединить усилия Украины и США по установлению фактов коррупции и отмывания средств с участием высших должностных лиц США и Украины, а также фондов. И президент Зеленский, на мой взгляд, должен снять телефонную трубку, набрать Трампа, попросить помощи и взаимодействия в борьбе с коррупцией.
лететь в Вашингтон и просить помощи и взаимодействия. Вопрос борьбы с международной коррупцией в Украине с участием граждан, бизнесменов и чиновников США должен стать ключевым во время встречи двух президентов. Ну и самый один из важных моментов, что мы сразу даем алгоритм, как правильно это сделать. По итогам встречи выстроить взаимоотношения украинских следственных органов и Министерства юстиции США, а также совместно получить следующую информацию. Организаторы выпуска облигаций, лид-менеджеры или ко-лид-менеджеры, должны выдать списки, кто из фондов подписывался на эмиссию каждого выпуска облигаций. А фонды должны раскрыть по определенным критериям клиентов и бенефициаров, для кого они делали конкретную покупку. Установить компанию, у которых портфель украинских ОВГЗ, долговых бумаг больше 50%, особенно с 2013 по 2017 год. Кто так верил в Украину с начала 2013 по 2017 год? Установить с помощью Минюста США, кто эти люди, кто вкладывал эти деньги. На кого конкретно компания Templeton делала аллокацию украинских ценных бумаг. Необходимо проверить эти компании на предмет происхождения средств. Допросить руководство инвестиционных фондов, в частности Майкла Хосенстаба и Томаса Данилона, о контактах с украинскими должностными лицами и подробностями деловой активности в Украине в 2013-2015 годах. Ну и самое главное, коллеги, для того, чтобы не допустить банкротства вот с помощью этой схемы с гособлигациями, нам нужно, первое, проголосовать создание Временной следственной комиссии по Нацбанку, Министерству финансов и операциям по выведению фактически кражи из Украины многомиллиардных сумм. Второе, с помощью этой комиссии получить доступ к информации, которую озвучил Андрей. И третье, действовать для того, чтобы вернуть эти деньги. Потому что, вот смотрите, только я вам назвал 7,4 Темплтона плюс 1,5 Януковича, которые якобы конфискованы, а на самом деле нет, до сих пор лежат на счетах в госбанках украинских. Эти облигации, потому что это облигации, это же не деньги. Это 10 миллиардов долларов, плюс-минус с процентами, я думаю, даже больше. При наличии 10 миллиардов долларов резерва, если деньги эти украдены у экономики Украины, должны быть возвернуты обратно, как конфискованы, то вот вам и вопрос снижения тарифов. Вот вам и вопрос ремонта дорог, вот вам вопрос изыскания денег на социальные проекты. Но для этого всего нужны доказательства, нужна работа парламента и нужны решения Следственной комиссии. Поэтому это наше требование во вторник вынести на голосование зарегистрированную нами Следственную комиссию. Там вопрос не только связанный с Нацбанком Гонтарева и ЕРСКом, Министерством финансов. Там вопросы связаны с нерациональным расходованием технической помощи, выделенной Соединенными Штатами в размере 5,3 миллиардов, когда деньги американских налогоплательщиков тырятся, собственно говоря, и расходуются нашими грантоедами под крышей отдельных представителей и чиновников посольства. Это и вопросы, связанные с международной коррупцией в ТЭК. И вот сегодня с нами должен был быть Алексей Юрьевич Кучеренко. Мы специально просили его. И мы согласовали, в принципе, со всеми руководителями фракции. Кроме, и он же у нас член комиссии. Да, кроме «Голоса» и «Европейской солидарности», кто входит в комиссию. И Кучеренко как раз будет заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса, где накопились громадные долги, в том числе и работа ICU с ценными бумагами, созданию эффективных тарифов и увеличение эффективного тарифа по ТЭКу. Один момент есть в этой всей истории. Мы действительно, если нас не услышат, мы просто придем на согласительный совет в понедельник. Но и потребуем этого. Да, я надеюсь, что нас услышат. Смотрите, еще самый важный момент, касающийся тарифов, просто для понимания. Вот эти 440 миллиардов гривен, которые украинский бюджет выплачивает в качестве погашения долга, нужно где-то брать. Для того, чтобы их получить, одним из элементов этого является такой налог, который нельзя обойти, это тарифы. Потому что повышение тарифов, например, на газ, при условии, что компания «Накнефтегаз» является монополистом по продаже газа населению, является способом колоссальный ресурс аллокировать у населения и перенаправить его в бюджет в виде выплаты дивидендов от «Накнефтегаза». А из полученного от «Нефтегаза» ресурса наши с вами выплаты за тарифы уже сформировать выплаты по внешним облигациям. Поэтому если вы думаете, что кто-то другой платит за долги, сформированные нашими бывшими руководителями через схемы с американскими инвестиционными фондами, то вы ошибаетесь. Платим все мы, каждый раз уплачивая по своей платежке. Ну и заранее предсказывая скепсис, я могу сказать, что у нас было немного успешных работ Следственной комиссии. Но могу сказать, что ту комиссию, которую я возглавлял в 2006 году по газу, это был единственный пример, когда после ее работы была снижена цена газа для населения.
Нам реально не дали, конечно, дойти до истории, связанной с экспортом газа. Остановили успешно как бы работу комиссии. Но в сегодняшней ситуации вместе с экспертами и журналистами, мы, юристами, мы подготовили законопроект о ТСК. Потому что мы видим свою работу ТСК, это не просто публичная деятельность для пиара. Это работа в правовой плоскости, в правовой процедуре. Там должен быть спецпрокурор с полномочиями, похожими на Мюллера, у которого должна быть возможность создания группы прокуроров, привлечения следователей, всех следственных действий. У него должно быть прописано в КПК процесс взаимодействия с судами и процесс его возможности взаимодействия с международными следственными органами. Потому что если у нас будет история, когда Полина Чиж будет сидеть на департаменте, а Рябошапка третью неделю читать подозру Порошенко, то так у нас как бы ситуация никуда не сдвинется. Ну и самое главное, у нас есть шансы, реальные шансы. Вот те суммы колоссальные в миллиардах долларов, которые мы сейчас уплачиваем, фактически признать нелегальными отмывом денег и требовать их возврата в украинский бюджет. Или как минимум приостанавливать, пока идет судебное разбирательство и расследование по этим суммам, выплаты по этим ресурсам. 7,4 миллиарда долларов, даже под 8% годовых, можете себе сами посчитать, сколько мы платим в год только по этим ресурсам денег, и куда они могли бы пойти, понимая о том, что это украденные у нас же деньги, которые мы оплачиваем из своего кармана. Спасибо большое. Если есть вопросы, прошу, задавайте. Александр, к вам вопрос. Скажите, вы обговаривали с руководством «Слуги народа» и с командой Зеленского по поводу вашего участия в этой пресс-конференции и присоединения как бы так к команде Андрея, да, Леонидовича, вот, и вообще вот по выступлению по поводу Рябошапки и так далее. Смотрите, я уже первый раз зарегистрировал Следственную комиссию по Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов, провел ее через регламентный комитет, она точно так же висит, ожидает голосования в парламенте. Потом мы встретились с Андреем, который показал мне ряд документов, касающихся инвестиционных вопросов, вывода денег из украинского бюджета. И мы решили объединить усилия, потому что у меня есть огромное количество материалов по Национальному банку, у Андрея есть большое количество материалов по инвестиционным компаниям, по Бурисме в том числе. Мы решили, что намного будет эффективнее объединить не просто расследование банкопада и кражи денег через Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов, но и фактически вывод этих ресурсов за рубеж, потому что ну, кража же, она должна быть где-то локализована, то есть ты украл, а куда ты их дел? А вот дел ты их, хоть и облигации. Вы можете зайти на сайт Верховного Совета, там есть официальное письмо Арахами, которое предлагает назначить Александра руководителем этой комиссии и дает членов комиссии от «Слуги народа». У нас все это есть, поэтому все это согласовано. Представители фракции «Слуга народа» участвуют в этой следственной комиссии. Участвуют в этой также следственной комиссии нефракционные депутаты, блок Юлии Тимошенко. С «Европейской солидарностью» и «Голосом», ну, мы считаем их партнерами, мы от них голосов не получили. Ну, не получили кандидатов, да. Касаемо поведения Рябошапки и вот то, что вы говорили, вы как-то обсуждали с членами? Я не обсуждаю генерального прокурора с офисом президента. Во-первых, меня об этом никто не спрашивает. Во-вторых, я свое мнение могу высказать публично, что я и делаю. Моя подпись стоит второй в листе подписантов о недоверии генерального прокурора Рябошапки. Андрей Ганжа, МК в Украине. Вопрос к Андрею Деркачу. Скажите, не так давно вы выступили с двумя мощными пресс-конференциями по поводу Генпрокуратуры и американского посольства. Была ли какая-то реакция на это ваше выступление не внутренняя украинская, а внешняя? Со стороны США, со стороны чего? Вы знаете, достаточно много корреспондентов разных изданий обращались с точки зрения получения комментариев. Но у нас была договоренность с теми журналистами и расследователями, которые передавали эту информацию. Это ведь не одна группа на самом деле. Вот я даже с Александром, когда разговаривал там, ну как минимум 3-4 есть у него, которые работают. И те, которые приходят и общаются со мной. И было одно из условий, это не пиариться, не устраивать как бы историю пиара на теме. Она очень сложная. Она должна быть правильно отформатирована, потому что в нашем понимании все равно Украина должна сохранить двухпартийную поддержку и демократов, и республиканцев.
Но поскольку Украина была втянута в этот международный скандал действиями предыдущего президента Порошенко вместе с отдельными лицами из НАБУ и отдельными там чиновниками, то эта история подлежит расследованию. И, к сожалению, ну, наверное, Зеленскому хотелось бы уйти от этой ситуации президенту, но он оказался в нее втянутым. И мы показали правильный выход из этой ситуации. Это публичная позиция. Закрывать глаза, говорить о том, что там, я слушал показания Ивановича в Конгрессе. Она рассказывала по борьбу с коррупцией. Кто-то в этом зале может сказать, что за 6 лет коррупции стало меньше? Все определяется по конечному результату, как в Библии написано. Конечный результат деятельности Иванович здесь вместе с ее командой – это наличие нерасследованных долгов, выведенных денег из Украины, из украинского бюджета. Вот как бы конкретный итог. И растрынканная техническая помощь, по которой тоже надо разбираться совместно вместе с руководством как бы Госдепа Соединенных Штатов. Спасибо. И второй вопрос к Александру. Только что Андрей сказал о двухпартийной поддержке со стороны Конгресса, которая вроде бы необходима Украине. Но тем не менее вы анонсировали сегодняшнюю пресс-конференцию с ключевым словом «туризм». И все-таки невозможно сохранение двухпартийной поддержки в случае, если украинское государство займет одну из сторон. То есть либо подтвердит факт Байдена в Бурисме, либо будет его скрывать. Как вы считаете, как молодой депутат «Слуги народа»? Господин Канжа, отвечу вам. Возможно ли такое сохранение? Давайте перестанем делить мир на сугубо черное и сугубо белое. И демократическую партию или республиканскую партию на сугубо черное и сугубо белое. Поэтому все довольно просто. Есть группировка, которая формировала подобного рода операции на территории Украины, добывая себе деньги, используя действующего президента на тот момент, господина Порошенко, его брокеров, и зарабатывала фактически на этом деньги. В том числе и Злачевского использовала, и Януковича использовала. И мы говорим сейчас о конкретной группе людей, которые с помощью преступных, по сути, схем содействовали выведению денег, легализации денег и колоссальных заработков на фактически украинском бюджете. Это не про партию. Ни про одну и ни про вторую. Это про группу людей, которая фактически украла сначала наши деньги, потом вывела их за рубеж и инвестировала обратно в Украину, чтобы еще на украденное получить проценты. Наша задача в том, чтобы доказать все эти связи, добиться приостановки выплат по этим бумагам и добиться конфискации этих денег и возврата их в украинский бюджет с наказанием всех виновных и причастных, которые, прикрываясь американской политикой, американскими интересами, здесь реализовывали свои интересы частные, зарабатывали многомиллиардные капиталы. Я практически уверен в том, что большая часть демократической партии США, ну, уверен, не разделяет радости от того, что Хантер Байден получал как вознаграждение, по мнению украинской генеральной прокуратуры, украденные у граждан Украины деньги. То есть плохо скрываемое желание Трампа услышать, что Украина на высшем уровне подтверждает факт коррупционных действий. Давайте Байден. Оперировать. Вот смотрите, есть такая логика. Вот смотрите, есть официальные документы, а есть история интерпретирования документов, которые действительно имеют право делать и журналисты, и аналитики, и расследователи. Мы сегодня говорим исключительно в рамках документов. Если мы говорим, что Мария Иванович врет, говоря о том, что она не знает, зачем Луценко хотел и Шокин поехать в Соединенные Штаты. Мы показываем конкретный документ Генеральной прокуратуры, подписанный на посольство Соединенных Штатов. Я предлагаю все-таки оперировать не слухами и домыслами, а официальными документами, которые подтверждают точно так же, как подтверждено всеми проплатами, и я показывал на прошлой пресс-конференции документы, сколько кто конкретно получил от деятельности Буризмы. Мия Виллард, издание «Апостроф». У меня вопрос к вам обоим. Обсуждали ли вы данную информацию с представителями США, официальными либо неофициальными, как Руди Джулиани, и если да, то с кем? Спасибо. Ответ сразу. Нет, ни с кем не обсуждал. Более того, Руди Джулиани вообще не знают, кроме как из ваших публикаций. Ни с кем из официальных лиц я данную информацию Соединенных Штатов не обсуждал. Хочу сказать, что я Руди Джулиани видел и общался один раз в 2003 году на открытии памятника жертвам 11 сентября.
в городе Киеве. И после этого я его ни разу не слышал, не видел, разве что по телевизору. Но считаю его героем, мэром, борцом с коррупцией и хорошим прокурором. Коллеги, пока вы передаете микрофон, у нас сегодня в 2 часа дня, в 2.15 в комитете парламентском по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики будет круглый стол, посвященный как раз пирамиде на рынке гособлигаций украинской. Поэтому приходите, там будут и депутаты, и эксперты, и представители Министерства финансов. Липская 3, отдельно еще эту тему проговорим в контексте текущей ситуації, текущих виплат. Дозвольте запитання. Олександр, Арамедія. Запитання про алгоритм дій в разі, якщо ТСК не буде створена, не наберуться голоси, або якщо вона буде створена, але не покаже ефективність, як це було неодноразово, на жаль, в Україні. Що буде далі, які конкретні дії варто, на вашу думку, приймати? Ну, запитання до обох, напевно. Начну з того, що я уверен, що ТСК буде створена. Просто тому, що фактично общественний запрос нікуди не ділся розслідувати те, що відбувалося в 13-му, в 14-му, в 15-му. А по суті, ми зараз говоримо о финансовых преступлениях 10-19 года, то есть фактически за 10 лет. И я думаю, каждому интересно, сколько у вас украли денег и почему мы платим такие высокие тарифы. И почему мы должны наполнять бюджет по ценам Дюссельдорф плюс за газ, хотя на самом деле можем платить за него в 3-4 раза меньше. И когда мы отвечаем вам на вопрос, вот потому что создана такая схема выкачивания денег из украинского бюджета, то дальше логичный вопрос такой, кто является бенефициаром? Кто является организатором, какую сумму вывели, можно ли их получить обратно, и можно ли остановить этот процесс, по сути, уничтожения украинского государства. Потому что когда мы превратимся в государство банкрот, то поверьте, а это единственный шанс сейчас им не стать, то нам будет сейчас до вами не до рассуждений о парламентской поддержке, Джулиани, партиях Конгресса, будем выживать. Да, вот, чтобы мы до этого не добрались с вами, нам нужно сейчас этот вопрос остановить. Ну, важный момент, я действительно согласен с Александром, практически не вижу вероятности ни создания Следственной комиссии. Я думаю, что будут отдельные препятствия по закону по ТСК, но его нужно обязательно принять, потому что у нас, вот в чем нужно учиться американцев, это в правовых процедурах, и вот создание комиссии со спецпрокурором с широкими правами, это единственный способ решить вопрос и правильно все расследовать. Вот здесь могут быть какие-то нюансы, но я уверен, что мы не будем брать там политизированного спецпрокурора, мы возьмем человека уже с достаточным опытом, публично его обсудим, этого человека, чтобы он был там уже возраста, ну если не Мюллера, но где-то, чтобы у него не было как история, связанная с созданием наших правоохранительных органов типа НАБУ, не было так называемых политических перспектив дальнейшего развития, и чтобы он работал честно и ответственно на этой должности. Думаю, что все у нас получится. Еще один важный момент, который хотелось бы донести. Работа Следственной комиссии при условии существования генерального прокурора Рябошапки является безальтернативным способом получения доказательств и документов, которые будут для нас основанием для того, чтобы делать те действия, о которых мы с вами говорим, то есть доказывать нелегальность, преступность, аферы в финансовой системе, которые выводят из нее колоссальные ресурсы, потому что сейчас мы видим, по сути, покрывательство и укрывательство со стороны ключевых так называемых антикоррупционных органов, НАБУ и Генпрокуратуры, то есть схемы и системы, которые вы сейчас перед собой видите. Я не видел ни одного, по сути, расследования, доведенного НАБУ до конца, например, по Национальному банку, несмотря на то, что расследований этих ведется десятки против топ-менеджеров Национального банка. Почему? Потому что это невыгодно тем людям, які являються бенефіціарами цієї схеми. Євген Солонина, Радіо Свобода. Дозвольте, будь ласка, по одному запитанню до кожного зі спікерів. Пане Андрію, наскільки я знаю, ви в часи Януковича працювали в бюджетному комітеті. Чи бачили ви тоді ознаки цієї схеми вимивання коштів з бюджету? Чи намагалися ви зупинити цю схему? І запитання до пана Олександра. Ви казали, що виплати по кредитах можна призупинити на час слідства. І, відповідно, є шанс, якщо цих виплат не буде, знизити тарифи. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви на увазі тарифи для промислових чи побутових споживачів? Оскільки серед промислових у нас чи не найбільший споживач є Ігор Коломойський. Чи не стане він вигодоотримувачем призупинення виплат по кредитах? Дякую. Отвечаю вам на вопрос. Если можно, я первый отвечу.
Я не знаю, сколько потребляет газа Игорь Коломойский. Могу сказать вам, сколько потребляет население. Вы знаете, господин Солонин, сколько потребляет население? Скажите, пожалуйста, чтобы мы просто проверили уровень ваших знаний. В миллиардах кубометров в год. Выбачьте, мы не проверяем уровень моих знаний. Вы не знаете. Хорошо, я вам помогу ответить на вопрос. Значит, население потребляет в Украине 10,1 миллиарда кубометров газа в год. Уровень добычи компании «Нефтеугоргаздобыча», государственной компании, которая является подразделением «Нефтегаза», 20 миллиардов кубометров в год. То есть двукратное. 17-18, да. То есть полное покрытие потребности населения газом собственной добычи. При этом мы почему-то продаем населению газ по цене европейской при зарплатах отнюдь не европейских, наоборот, самых низких в Европейском Союзе. Что касается промышленных потребителей, то потребление ими газа должно регулироваться отдельными законами. Это, собственно, сейчас и происходит, потому что для населения существует так называемое специальное социальное обязательство. И мы говорим о тарифах для населения, потому что сейчас именно население является ключевым донором бюджета по оплате вот этих вот долгов. И мы говорим, повторюсь, не о кредитах, если вы не расслышали, мы говорим о гособлигациях. Это чуть другой финансовый инструмент. Что касается работы бюджетного комитета в период с 2012 года, я хочу сказать, что на самом деле активная часть операций по ОВГЗ, по выведению средств, она началась где-то с согласования в 2013 году, в январе. Активная фаза как раз проходила в период Майдана. Основные платежи, если вы смотрели документы, они есть в открытом доступе. Это начало октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль и так далее. Поэтому этих документов на самом деле особо видно не было. Ну и не до того было, скажем так, если честно. Потом мы увидели эти все документы, которые приходили. Что касается позиции выступления на Кабмине, я вообще удивляюсь, почему за промежуток времени ни один генеральный прокурор не удосужился взять стенограммы Кабмина и сам просто прочитать их вместе с аналитиками. Там есть ряд моих выступлений, достаточно правильных и качественных. И есть разговоры на тему того, что делала семья, и можете обратиться к нашему уважаемому корреспонденту и руководителю издания Соне Кошкиной. Она как-то писала на тему моего выступления в «Звездном», на тему «Кто что должен в нецензурной форме воровать из членов семьи в присутствии всей фракции, глядя в глаза членам семьи». Поэтому здесь как бы мне за эту тему как-то переживать, наверное, вряд ли стоит. Все официальные документы, которые есть, были получены большей частью это уже после 2015 года. Ну и это объективно. Добрый день. Все, да? А микрофон можно, чтобы как-то... Вибачте, я просила наступну чергу. Мікрофон у мене, тому якщо так, можна, моє питання. Перепрошую. Анна Ткаченко, Четвертий канал. Добрий день. У мене питання щодо ще одного скандалу. Вчора з'явився новий телеграм-канал. Там опублікували аудіозаписи, де, ймовірно, голова ДБР Роман Труба спілкується і звітує про резонансні справи з Офісом Президента. Чи можете ви це прокоментувати, що ви про це знаєте? І... Можна я? Да, будь ласка. І, можливо, вже планується якесь розслідування серед народних депутатів? От зараз буду поступати як єврохомяки з Кабінету міністрів. Ну, некрасиво по отношению журналистской этики, но они говорят, разговор не по теме, вопросов нет. Но действительно, на самом деле, мы сейчас обсуждаем серьезнейший вопрос. Ну, посмотрите, какое количество долгов получила Украина от двух президентов. Мы сегодня говорим, ребята, давайте совместными усилиями, уважаемые граждане Украины и США, руководители, построим работу следственных групп, следственных комиссий, и сделаем так, чтобы Украина не была государством банкротов. И тут идет там телеграм-канал, раскрутка или не раскрутка телеграм. Честно, не читал, не интересно, не считаю возможным комментировать. Это, наверное, не то место. Извините, пожалуйста. Коллеги, просто вопросы, которые не касаются темы пресс-конференции, в кулуарах. Если вам будет это интересно, мы все прокомментируем, если это будет в наших компетенциях. Да, спасибо. Журнал «Тайм» еще раз. Вот. Расследование, которое вы предлагаете, ТСК, по делу Бурисмы, Байдена и так далее, скорее всего, будет рассматриваться в Соединенных Штатах как вмешательство в выборах 2020 года, следующего года, как возможная помощь даже республиканцам. Уж точно республиканцы будут использовать такое расследование и возможные выводы этого расследования, чтобы атаковать своих соперников политических. Вы готовы к такому исходу? И как вы относитесь к подобному использованию
этого расследования в политических целях в США? Спасибо. Значит, еще раз хотел бы сказать, комиссия не касается, здесь нет вообще ни слова про Бурисму. Здесь речь идет о государственных деньгах Украины, которые были незаконно выведены с помощью Национального банка, Министерства финансов, различных фондов. Я просто вам вместе с Александром сброшу линк, собственно говоря, тех позиций, о чем будет расследование. Это вопрос касается Национального банка, это касается вопрос, связанный с ОВГЗ, это вопрос касается так называемых скандальных долгов ЕРСКО, это вопрос, касающийся вопросов ТЭКа, и здесь не только вопросы, почему здесь только вопросы США и Украины. С другой стороны, еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что вся информация на тему Бурисмы появилась задолго до того, как мы начали ее озвучивать. Есть просто конкретика и документы. Как кто интерпретировать будет ситуацию, это же не наш вопрос. С другой стороны, когда журналисты уважаемых таких изданий, как «Тайм», задают такой вопрос, наш генеральный прокурор падает в обморок, потому что он рефлексирует на любое воздействие извне, больше, чем на мнение граждан, и прекращает заниматься расследованием уголовных дел. Для генерального прокурора Украины, для правоохранителей Украины должно быть все равно, кто участвует в процессе, чьи дети. Граждане, дети высших посадовых особ Украины, высших посадовых особ США, или там европейских, или российских, или вообще не имеет значения. Он должен следовать согласно букве закона. Точка. Интерпретация – это уже дело как бы журналистов, технологов, кто будет лучше, демократическая или республиканская партия. Мы все равно будем надеяться на поддержку и той, и другой стороны. И граждане Соединенных Штатов, на мой взгляд, я всегда об этом говорил, начиная с 2016 года, когда с участием или под крышей президента Порошенко Украина вмешивалась в выборы Соединенных Штатов, имеют право самостоятельно выбирать, не мы должны навязывать, не мы должны через, как сытник, выбрасывать информацию, не подтвержденную по начальнику штаба Трампа, а потом рассказывать о том, что мы не расследуем дела в отношении иностранных лиц. А потом я показал на пресс-конференции, что они влазили, расследовали. Более того, выдающиеся деятели НАБУ рекомендовали сотруднику ФБР, как допрашивать Ларри Кинга. Ни много, ни меньше. А потом глобально, лежа в бане, рассказывали окружающим, как они помогали Хиллари в выборах. Это же история, которая была до того, как мы решили создать комиссию. Это просто те факты, которые есть. Мы хотим как раз уйти от этой истории и помочь, в том числе Зеленскому и новой власти, выйти из этой ситуации. Если можно, коротко добавлю. Смотрите, вот меня лично не интересуют результаты выборов в Соединенных Штатах Америки. Кто там победит, американцы выиграют в любом случае. Первое. Второе. Поэтому демократы или республиканцы для меня без разницы. Для меня это вопрос национальной безопасности Украины. Потому что вывод такого колоссального количества ресурсов из страны, у которой ресурса не осталось, это фактически обескровливание тела перед дефолтом, назовем это экономической смертью. Поэтому остановка этого процесса – вопрос национальной безопасности, и никаких выборов здесь нет. Причем громадная проблема заключается в том, что шепотом все вот эти, как его, рашкованы, да? Да. И представители, якобы приближенные к Международному валютному фонду, шепчут: вы же не расследуете ситуацию. Если вы сейчас начнете расследовать ситуацию, то Международный валютный фонд не даст денег. Если во главе комиссии будет Дубинский, то мы денег не дадим. Эти нашептывания происходят. Пусть едут в Конгресс США, дают показания на эту тему. Как они шантажируют Украину. Можно один уточняющий вопрос? Если бы они так сильно не боялись результатов Следственной комиссии, не было бы таких теневых или даже не теневых попыток на создание этой комиссии и результаты повлиять. Потому что вот в этих документах, о которых мы с вами говорим, о подозрениях Генеральной прокуратуры, которая сейчас подписана в том числе по Бурисме. И Бурисма, вы сейчас ее выносите на первый план, но поймите, она не на первом плане. Это на первом плане это малюсенькая часть процесса. Десятилетние схемы по выводу денег из украинского бюджета. И Бурисма является одним из связующих элементов, которые показывают, как эти деньги выводились в офшоры, потом оказывались в распоряжении американских инвестиционных фондов. Вот о чем идет сейчас речь. Да, уточняющий вопрос. Если оппозиционная платформа и конкретно руководство этой партии Медведчук и Бойко поддерживают вашу инициативу по комиссии, если с ними были какие-то переговоры на эту тему? Они предоставили члена комиссии, никаких переговоров с ними на эту тему не было. Два члена комиссии, насколько я помню, это Пузанов и Ренат Кузьмин.
Просто написали партии. Официально бумаги, да. Каждая фракция. Создание Следственной комиссии предусматривает обращение каждой фракции с письмом, с предложением предоставить членов в эту Следственную комиссию. Нам их предоставили все, повторюсь, кроме партии «Голос» и «Европейская солидарность». Спасибо. Добрый день. Вопрос может быть такой. У нас, как правило, создающиеся комиссии могут потом где-то заглохнуть на каком-то этапе, да, перестать что-то активно расследовать. Готовы ли вы взять личную ответственность, как бы громко заявить, что этого не будет, не будет ничего? Если она будет создана, то вы доведете до результата как-то так. Если комиссия будет создана, вы получите результат ее работы в максимально короткие сроки, потому что уже сейчас, только после того, как мы объявили о создании этой комиссии, мы получаем просто кипы документов, которые свидетельствуют о финансовых махинациях. Я занимаюсь больше темой Национального банка, фонды гарантирования, инвестиционный капитал Украины, облигации, их вывод и ввод в Украину. Андрей занимается более глобальными вопросами. Но у нас эти документы у каждого есть, они уже фактически существуют. Следственная комиссия здесь нужна для того, чтобы это был не глаз вопиющего в пустыне, а чтобы это была системная работа, выводы которой будут представлены парламенту на основании регламента и существующего законодательства, чтобы на основании этих выводов мы принимали решения, а не просто, знаете, как у нас это происходит, а давайте мы об чем-то обсудим или опубликуем очередное журналистское расследование, которое ни к чему не приведет. Нам нужен результат. В этой ситуации нам нужна не просто информация, она здесь. Подозрение по делу Злачевского – это уже все, открытая история. Как бы я ни пытался скрыть рябошапку, нам нужен результат. Ну, я вам хотел сказать, что мы уверены в своей правоте, и я уверен в своей правоте. Более того, вчера звонили разные там журналисты после того, как вышел анонс по пресс-конференции, и спрашивали, готовы ли вы приехать в Конгресс США. Я сказал, да, я готов приехать и дать показания под присягой при условии того, что остальные фигуранты, озвученные на сегодняшней пресс-конференции, сделают то же самое. Хотя я практически уверен, что финансовая разведка США способна найти все деньги, которые были выведены с Украины с помощью так называемых теневых схем с ОВГЗ, и найти, как они были легализованы, через какие фонды в разных юрисдикциях. У Соединенных Штатов и у разведки финансовой США громадный опыт нахождения таких средств. Важно, чтобы предметом переговоров Зеленского с Трампом базовыми вопросами был вопрос борьбы с коррупцией и возвращения средств в Украину. И главное, нам не давали замалчивать этот вопрос, потому что сейчас что происходит? То, что вы сейчас видите, это попытка перевести вот то, чем занимался предыдущий вопрошавший, это все там Коломойский, это кто-то там, у нас был при Порошенко агент Кремля. Нет, смотрите, там мы знаем темник грантоедов. Значит, темник грантоедов. Андрей Леонидович, расскажите, я заранее могу так сказать. Скажите взаимоотношения с Луценко. Вы видели с Луценко? Да, виделся с Луценко полторы недели назад. Луценко пересказал мне свое интервью в «Украинскую правду» практически. Когда я попросил дать документы, посоветовал посмотреть канал «Аль-Джазира». И, собственно говоря, при Луценко было закрыто то дело по вмешательству в выборы. Это был январь 2019 года было закрыто дело о вмешательстве в выборы со стороны НАБУ, выборы президента США. Я вынужден был судиться 4 раза, и только 21 октября это дело решением Печерского суда было возобновлено. Если мое отношение к Шокину и Луценко, они были не худшими генпрокурорами, по крайней мере, при Луценко возвращались деньги в бюджет. Вот как бы позиция. Что там еще по темнику было? А, по темнику Кулик еще, да? Кулик, Коломойский, темник. Значит, по темнику Кулика. Кулика я видел 2 недели назад. Приходил он с насморком, если нужны детали. Был больной. Видимо, как советует Супрун, он не прививается. То есть ведет такой безответственный образ жизни, как гражданин. Пытался понять, какие есть документы. На мой вопрос «дай документы», документов не дал, поэтому вот эту подозру пришлось с помощью журналистов-расследователей, которые мерзли, найти силами и средствами, которые они затратили, на одном из адресов места проживания Злачевского. Что там еще по темнику? Темник закончился. Хорошо. Коломойский был. Коломойский был. Луценко был, Кулик был. Джулиани был. Джулиани был, да. Все. Тогда мы спокойно.
Да, нас уже просят, да. Мы надеемся. Да, спасибо большое. Безусловно, да, безусловно, слайды мы поставим. А я дам ссылку на слайды в описании. По тайму, да, я видел. Ну просто мы готовились, нам надо было прийти и подготовить.